Здравствуйте, меня зовут Шмандина Ксения, и я основательница бренда украшений ручной работы WG. Украшениями занимаюсь с 2019 года, но, несмотря на малый срок, уже добилась определенного успеха. Родом я из России, и представлять свою страну на международном конкурсе такого уровня для меня очень волнительно. Специально для Гран-при я создала изделие, которое вобрало в себя всю уникальность и красоту славянской культуры. Моя работа – это не просто кокошник, а отражение истории моей страны, красоты славянских женщин и этноса. Вдохновением для меня послужил костюмированный бал 1903 года, что был организован Николаем II. Как вы видите, у меня много объяснений, почему я решила создать именно кокошник. Работа выполнена из натуральной замши и кожи. Также в работе использован жемчуг Сваровски, стразовые цепи и японский бисер. Неспроста подобранный цвет. Мало того, что шоколадный – это благородный оттенок, так еще и этот цвет символизирует стабильность, устойчивость, преданность, здравый смысл и надежность. Эта работа стала для меня по-своему вызовом, потому что ранее я ничего подобного не создавала. Надеюсь, моя работа найдет отклик и в вашей душе –